формула молекулы бензола, предложенная Кекуле, таила в себе много противоречивого. Почему, например, бензол не окисляется, хотя в его формуле имеются кратные связи? Согласно формуле Кекуле, должны быть два изомера двухзамещенного бензола. Один, когда заместители у простой связи, другой, когда заместители у двойной связи. Однако установлен один изомер, у которого заместители находятся по соседству. Долгое время эти и другие факты оставались загадкой. Лишь в 20 веке с помощью физических методов исследования, рентгенографии, спектроскопии, электронографии удалось установить циклическое строение молекулы бензола, одинаковое расстояние между всеми ядрами атомов углерода, расположение атомов углерода и водорода в одной плоскости, один и тот же валентный угол, образуемый связями атомов углерода. Сравним эти физические данные о бензоле со строением молекулы этилена. Все атомы в ней расположены в одной плоскости, и угол, образованный валентными связями, равен 120 градусам. Пи-связь расположена перпендикулярно плоскости сигма-связей. Но расстояние между ядрами атомов углерода в бензоле больше, чем у этилена, и меньше, чем в этане. То есть в молекуле бензола нет обычных, простых и двойных связей. Как это можно объяснить? Рассмотрим электронное строение молекулы бензола. Каждый атом углерода в молекуле бензола, как и в случае этилена, на образование сигма-связей использует три электронных облака, направленных под углом 120 градусов. Из них два перекрываются электронными облаками других атомов углерода, а третье электронное облако перекрывается электронным облаком атома водорода. Так устанавливаются сигма-связи, которые для простоты обозначим линиями, соединяющими ядра атомов углерода и водорода. Но у каждого атома углерода остается по одному электрону, не принимающему участие в создании сигма-связей. Образованные ими гантелеобразные электронные облака находятся в плоскости перпендикулярной плоскости сигма-связей. Их параллельное и близкое расположение приводит к взаимному перекрыванию. При этом образуются не 6 пи-связей, а единое пи-электронное облако, равномерно распределенное между всеми атомами углерода. На этой модели изображены сигма и пи-связи молекулы бензола. Плоскость сигма-связи делит пи-электронную плотность на две симметричные части. Иногда равномерное распределение электронной плоскости в бензольном кольце обозначают так. Внутренний кружок в них символизирует пи-электронное облако. А это полусферическая модель молекулы бензола. Образовавшаяся дополнительная связь в виде пи-электронного облака стягивает ядра атомов углерода, придает прочность бензольному кольцу, обусловливает ароматические свойства бензола.